предыдущее поколение победило нынешнее. Угу. Старики победили, потому что они сказали, что они лучше знают, и они взяли все в свои руки. И разрыв произошел такой большой, что молодежь даже не попыталась сопротивляться. Потому так. что они чувствовали, что это разрыв просто. Из-за этого все произошло. И война — это следствие этого тоже. Uh-huh.